Всем привет, друзья! С вами канал Ремонт Рено и Петр Зенюк. Сегодня мы поговорим про задние барабаны на Логан 2, и такие же барабаны устанавливались с июня 2013 года на Логан и Сандеро, первый, старый. Насколько мы знаем, там стоит та же система ТРВ 203 мм колодок, но изменили барабан, там поставили другого размера подшипник, соответственно, другая ЦАПФа. Итак, ко мне обратился клиент, который сорвал резьбу на заднем барабане. Ему нужно было менять задний барабан. Итак, возьмем какой-нибудь Логан 2, желательно с К7М мотором, что были именно 203 барабаны нового образца. И посмотрим, что нам предлагает Диалоджиз. Итак, вот какой тормозной барабан нам дается номер. Вот, мы посмотрели. Ну, конечно же, цена космическая. То есть, если нам еще один менять, то это полбеды. А если надо менять два, то, сами понимаете, это уже выходит 30 тысяч. Деньги космические. Ну, как говорится, критикуешь — предлагай. Что можно, как можно поступить? Как выйти из этой ситуации? Ну, для начала, ребят, лучшее лечение — это профилактика, несомненно. Старайтесь использовать сами или просить на шиномонтажках, сейчас появилась такая услуга, обрабатывать колесные болты медной смазкой. Мы используем медную смазку фирмы Axiom. В принципе, много лет ей работаем, и то, что сами используем, можем посоветовать. Итак, вернемся к нашему Логану с дорогущими барабанами. Посмотрим, какой здесь подшипник. Итак, здесь дает подшипник под вот таким вот номером. Размер этого подшипника: наружный диаметр 55 мм, внутренний диаметр 25, толщина, ну или высота, 43 мм. Это который дается на тот барабан, который у нас дорогой. Теперь попробуем мы с вами взять обычный Логан. Обычно мы его начали все называть, потому что он нам очень дорог. Так, возьмем, например, Логана 2008 года. И определим подшипник, который стоит на этом Логане. Точнее, его размеры. Вот у нас номер. Вот мы видим размеры. Внутренний диаметр 25, наружный 52, высота 37. То есть, в принципе, у нас диаметр задней ступицы такой же, но длина получается другая, так как толщина у подшипников разной. Ну и наружный диаметр разный, из-за этого и барабаны не взаимозаменяемые. Итак, нам нужно, получается, поставить от старого Логана барабан под 203 мм системой тормозной ТРВ. Вот, и использовать подшипник от старого Логана. Один наш подписчик вот написал, как у него это получилось. Так как у нас толщина разная, на новом Логане толщина подшипника больше, у него не хватило резьбы притянуть барабан. Ему в сервисе поставили шайбы. Тоже неплохой вариант, то есть молодцы ребят, победили эту болячку. Я советую еще до кучи просто поменять сами ступицы, их еще называют цапфами, потому что они довольно-таки недорогие. И это будет все по-человечески, как будто с завода. Вернемся к Диалоджизу, мы определим номер ступицы и определим номер нашего барабана. Важный момент — это без АБС. С АБС это отдельная тема для разговоров. 203 мм. И барабан у нас, который на старый Логан, 203 мм. Посмотрим, сколько это все дело нам выйдет. Итак, нам с вами нужно приобрести заднюю ступицу, цапфу. Вот самая цена дешевая. В принципе, ступицу можно брать самую дешевую. Нам нужен, собственно, сам барабан. Я, правда, забил старый номер. Диалоджиз дал два номера. Новый — старый. Лучше забить старый, чтобы больше вариантов. Вот, соответственно, барабан. В принципе, тоже можно самый дешевый. Это не страшно. 1064. И нам нужен подшипник задний. Подшипник лучше взять в фирмы СНР. Вот сколько он стоит. Важное замечание, ребят, что вся внутрянка, то есть ремкомплекты, набор пружинок, цилиндры, они у нас остаются на внутренней части барабана, и все должно подойти, если у нас барабан 203 мм. Очень много Логанов вторых, а также Альмер и Ларгусов идет уже с барабанами, которые под 228-е колодки задние. Там уже такая схема не пройдет, надо будет менять всю внутрянку, это, конечно же, недорого. Но мы что-нибудь обязательно придумаем и рассмотрим с вами это в следующих роликах.
Обязательно, ребят, ставьте лайк, если вам нравятся ролики такого формата, если вам было интересно. Пишите в комментарии, какие еще темы мне рассмотреть по запчастям, чтобы было интересно, какие проблемы затронуть. И обязательно подписывайтесь на канал. До новых встреч, не ломайтесь.